Добрый день. Смотрите, у меня к вам такой будет опрос. Это будет касаться только тех, кто живет в Московской области, да, в Москве. Доверяете ли вы, например, тем клиникам, которые работают, ну, основаны, да, на университетах сразу, да? Типа вот Сеченовского, да, Пироговского. И вообще вот, кто делал биопсию, кто, вообще неважно, какую, если честно, кто подавал на пересмотр стекол, были ли у вас другие результаты, кто знает историю о том, что биопсия была неправдоподобной, то есть потом вы там ходили к другому врачу, там переделывали. Как правило, биопсию второй раз не переделывают, просто переделывают, ну, пересматривают стекла, да. Но также я знаю, что есть такая процедура, как генетическая принадлежность к стеклу. То есть, ну, ваше ли это стекло, да, или перепутали, подписали ваши фамилии. И вообще, на самом деле, тем сейчас стало больше по биопсии, по пересмотру этого анализа, ну и конкретно по удалению щитовидки. Я бы очень хотела развить эту тему, потому что очень много, оказывается, девочек, которым удалили щитовидку и удалили, например, под знаком рака, а при гистологии, то есть после операции, они, например, узнавали, что у них все-таки было доброкачественное образование. Были ли такие ситуации у вас, у ваших знакомых? Ну, может быть, вспомните, напишите, потому что тема интересная и для меня очень актуальная. Я думаю, для многих она актуальная.